Светлые гости на Светлом радио. Сегодня с нами гости, к слову, музыкальные гости. Мы приветствуем и зрителей канала CNL, которые будут смотреть нас в записи. А вот те, кто слышит нас сейчас через светлую волну 67.28 FM или на нашем сайте Светлое радио, или через спутник Sirius 4, знайте, что это интервью идет в прямом эфире. Вы сможете подключаться, задавать вопросы. Сегодня с нами музыканты. Я знаю, что музыканты не любят много говорить, они больше поют или декламируют. И это Виталий Олейников и Наталья Нитичева. Привет. Нитичева, привет. Привет, Славик. Я знаю, что их группа называется Life Dream. Живая мечта, да? Да. И вы с церкви Добрая Пристань. Добрая Пристань. С двух церквей. Мы с барабанщиком с Доброй Пристани, Мария, басистка с клавишником Ваней, она с Дома Милосердия, это еврейская мессианская община. А давно вы собрались, чтобы делать музыку вместе? Вообще, это очень такая индивидуальная и, наверное, по-своему уникальная история, которая произошла где-то больше, чем 2 года назад. А начинало все с того, что меня пригласили в их мессианскую общину, и где мы, собственно, и познакомились с Марией и Иваном, и начали, так сказать, свою творческую такую музыкальную карьеру. Мария, в мессианскую общину ходят исключительно евреи или украинцы, россияне, белорусы? Нет, евреев там очень мало вообще. Серьезно? Только, наверное, пастырь и пара помощников. Ну да. Хорошо, я вижу, что музыканты немногословны. Вы уже настроили гитары, даже пальцы поставили на аккорды. Будете нам сегодня играть? Тогда давайте подкладку сделаем немного тише и начнем. Я думаю, людям лучше услышать, что вы делаете. Да, песня, которую мы сейчас споем, я спою, и мы сыграем, называется «В руках своих». Все мы находимся в руках Божьих, и независимо от того, верят в это люди или нет, но факт остается фактом, что Бог создал эту землю, эту прекрасную планету, и все, что находится тут, это дело рук Его. Узкий тротуар и дорога краю, как туда взлететь, сам не понимаю. Даже если все против правил знаю, ты мой Бог, тебе все я доверяю. В руках своих держишь меня, не отпускаешь. В руках своих держишь меня, в руках своих держишь меня, не отпускаешь. В руках своих держишь меня. Вселяешь мир и даешь надежду. Я с тобой сильней, ты со мной как прежде. А даже если мир веру потеряет, ты со мной, мой Бог, всемогущий, знаю. В руках своих держишь меня, не отпускаешь. В руках своих держишь меня, в руках своих держишь меня, не отпускаешь. В руках своих держишь меня. В руках своих Светлые гости на Светлом радио. Ну что, мне нравится, скажу откровенно. А кто пишет музыку? Кто пишет тексты? Бог благословляет меня этим таким драгоценным даром. Я в последнее время очень ценю, потому что понимаю, что те люди, которые пишут от сердца, стараются прославлять Бога этим даром, они вдвойне и втройне благословены. Этот дар вообще как бы не наш, потому что с первого дня нашего рождения, нашего первого вздоха,
все делает Бог через нас, и те же песни, и те же слова, ту же музыку дает только Он. Да. Мне сподобався рядок особливо. Мне особенно понравились слова «Я с тобою сильнейший, ты зі мною, як завжди». Мне нравятся такие игры слов в творчестве. Давно ты пишешь стихи или сразу пошли песни? Вообще бывает, сначала идет музыка, потом текст, вот, либо наоборот. Редко бывает, что сразу и то, и ты только успеваешь накидать какие-то ноты, там, аранжировки в моей любимой программе Fruity Loops. Вот, и в принципе, как бы, и, ну, бывали такие моменты, когда это было абсолютно как бы в банальных каких-то помещениях. Той же ванной, там, когда чистишь зубы, вот, и хопа, какая-то мелодия приходит, и вау, думаешь, вот это да, крутая песня из этого выйдет, и начинаешь работать. Все же таки хочу Машу. Все же хочу немного раскрутить Машу, чтобы она что-то сказала, но она вся в бас-гитаре. Следующий аккорд. Маша, расскажи немного о себе. Как ты вообще пришла в церковь? Тебя кто-то привел? Мама за ручку привела или подруга? Подруга. Нет, вообще я родилась в христианской семье. У меня папа пастор в церкви. С детства меня водили в церковь. Ты сама или у тебя есть братья, сестры? Да, у меня есть старший брат и две младших сестры. Виталий, я так понимаю, все песни твои? Да. Есть уже репертуар, какие-то планы, что-то записать, например, чтобы была ротация ваших песен на Светлом радио? Мне кажется, что у них будет свой слушатель, твоя аудитория им обеспечена. Да, это очень классная идея. Мы начали писать альбом. Если будет все хорошо, планируем к концу этого года сделать релиз. Записаны уже две песни, их надо будет только толково свести. Вот. Ну и, в принципе, думаем где-то до 10 треков сделать в альбоме. Играете десь частенько? Играете где-то? Часто удается не просто на рэп-басе потешиться, а как-то донести людям? Да, наверное, одна из важных таких прямых миссий нашей команды Life Dream — это нести Слово Божие. Мы частенько принимаем участие в евангелизациях, вот, играем в разных церквях, и, в принципе, как бы это то, чем мы живем, потому что когда ты занимаешься больше как бы, ну, своим творчеством, в том плане, что ты куда-то его продвигаешь, вот, выходишь там на большую сцену, вот, чтобы какая-то там была популярность, ну, я думаю, мы к этому будем идти, но именно основная цель — это нести Слово Божье, евангелизировать, заниматься тем делом, которым поручил нам Господь, и так идите научить, он говорил. Ну, все просто. Популярность от слова «популис» — народ. Нужно идти в народ, в массы, и одним махом убивать двух зайцев, чтобы тебя видели, и ты видел людей. Потому что если сидишь на месте, под лежащий камень вода не течет. Хорошо, чтобы у Маши рука не застыла на аккорде, может, вы еще что-то сыграете? Да, эта песня будет в кайф тем студентам и учащимся, которые где-то там в вузах, в каких-то там академиях. Вот, она так и называется «Студенту». Не спал, и твой колледж достал. Ты диплом написал в своих мыслях, в своих мыслях. День не прошел, и опять никому не понять, что удачу ты ждешь в своей жизни, в своей жизни. Да-да, солнце, воздух, вода. Да-да, реки и города. Да-да, игры, деньги, друзья. Но есть Бог, который очень любит, любит тебя. В личной жизни прогресс. Ты жуешь ММДМС. Но зачем все вокруг? Ты не знаешь, ты не знаешь. Из вопросов гора. Убежать от себя. Хочешь ты, но опять замечаешь, замечаешь. Да-да, солнце, воздух, вода. Да-да, люди и города.
да-да, кто-то любит тебя, но есть Бог, который очень любит, любит тебя. Любит тебя, а-а-а. Светлые гости на Светлом радио. Я хотел спросить у тебя, Маша. Ты молодая девушка, а бас-гитара — такой тяжелый инструмент. Как так случилось, что ты выбрала себе такое весло, как говорят музыканты? Я когда-то играла на скрипке, где-то полгода. А, тоже 4 струны? Да. И строй такой же, да или нет? Там наоборот. Ага, там все наоборот. Ну, а потом мне дали подержать в руках бас-гитару. Мы так с тобой сказали все наоборот, будто бы все поняли. И вот потом, когда мне дали подержать в руках бас-гитару, это было что-то. После скрипки ты подумала, тю, так а тут вообще легко. Здесь есть лады, да? В скрипке тяжелее, там нужно все очень аккуратно. Вот после того скрипка ушла на второй план. Ну так, никто не может служить и двум панам. Всегда чему-то ты уделяешь больше внимания. Ну что, твой следующий шаг — безладовый бас. Я слышал, что он неплохо звучит. Или контрабас. Это слишком грозный инструмент. Сюда, в нашу студию, наверняка тяжело вам будет пролезть, если ты будешь играть на таком инструменте. Давайте мы все ж таки щось вжаримо, грянемо. Окей. В работе день, мир суеты и планов тень, время не остановить, и город вновь покажет фильм, пейзаж с дождем, кто-то его ведь сотворил. Новые дали снова позовут, новые песни к нам с тобой придут, новые люди поймут, новое небо там всех нас ждут.
Светлые гости на Светлом радио. Ну что, можно сказать, мы приблизились к последним минутам нашего с вами общения. Спасибо за песни, которые вы принесли. Если будете презентовать альбом здесь, на Светлом радио, я надеюсь, это будет уже скоро, потому что время чем дальше, тем быстрее идет. Подготовьте еще что-то акустическое и приходите. Мы с вами с гитарами сядем вместе. Ваши пожелания всем, кто был с нами вместе, кто вас скромненько слушал. Хорошего завершения этого года, вот, и отличного продолжения следующего года, потому что... с нашими разными кризисами и тому подобное. Сейчас как-то очень сложно что-то прогнозировать, но хочется, чтобы наши мечты сбывались, и я думаю, Бог вам поможет, каждому из вас в этом. Маша, твое пожелание? Не отмолчишься на этот раз. Я хочу пожелать, чтобы все стремились к высшим целям, ну, чтобы достичь нам хоть чего-то. Лаконично, но в точку. Пожелание от Life Dream. Живите и мечтайте. Окей. Песня называется «Посмотри с высоты». Вот, ну, не буду говорить о чем, но сами услышите. Посмотри с высоты на все мечты, в которых ты сегодня. Перемотку нажми, но не сотри любовь с души. Ты не можешь так жить, ведь для тебя есть то, что невозможно. Но все это не фильм, реальный сет с названием «Жизнь». Разобьется тьма осколком света, разгоняя даль, взлетая ввысь. Ты пришел, чтоб стать звездою где-то. Делай шаг вперед, Христа держись, Христа держись. Носят мгновением, тая в звездах, что родились где-то. Потеряться бы в них, но не погаснуть на пути. Жду тебя перемены и вопросы есть, но есть ответы. Но ты нужен другим, ты нужен там. Разобьется тьма осколком света, разгоняя даль, взлетая ввысь. Ты пришел, чтоб стать звездою где-то. Делай шаг вперед, Христа держись. Разобьется тьма осколком света, разгоняя даль, взлетая ввысь. Ты пришел, чтоб стать звездою где-то. Делай шаг вперед, Христа держись. Христа обязательно должен услышать единственную в Украине музыкальную FM-радиостанцию уникального формата. Авторские программы, ток-шоу в прямом эфире, новости, программы для детей и проповедь Слова Божьего. Радио «Эммануил» объединяет своих радиослушателей для служения благовестия и помощи пожилым и одиноким людям. Регулярно посещаются детские дома и интернаты. «Эммануил» значит «С нами Бог». Вы мне відновили життя, просто, ви знаєте, не можу відірватися від вас. Прекрасне світле радіо, яке несе стільки любові,
тільки добра, тільки тепла усім людям, хто цього потребує. Если ты не в Киеве и Киевской области, слушай нас через спутник Sirius 4 или через официальный сайт Радио Эммануил www.svitle.org. Твоя молитвенная и финансовая поддержка позволит светлой волне войти во многие дома, принести надежду и радость миллионам людей. Стань частью нашей радиокоманды.